Я сегодня всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня вот обзор такого вот маленького фонарика. Заказывал на AliExpress. Данный фонарик на ключник настолько мал, как мы видим, что его ширина составляет где-то 23 миллиметра. Сам по себе фонарик имеет здесь вот такую вот светодиодик стоит. Стоит линза, как мы видим. Наверное, сфокусировать сложно. И включается он прокручиванием головки. Для своих размеров светит он довольно-таки ярко. Поскольку я снимаю на телефон с подсветкой, то луча не сильно видно, но хочу сказать, что для того, чтобы прочитать какую-то необходимую информацию, мощности данного фонаря вполне достаточно. Он стоит около 3 долларов. Фонарь действительно маленький, но светит довольно-таки ярко. Мы видим, как здесь вот на столе есть такой вот, как это обычно говорят, hotspot. Светит довольно-таки ярко. И для прочтения, для какого-то кратковременного включения, его яркости вполне достаточно. Так что рекомендую к приобретению. Фонарик на самом деле очень маленький. Сделан очень аккуратно. И по соотношению цена-качество все хорошо. Всех благодарю за просмотр.